Типа, а когда она меня заметит? Ну, Катя, да куда ты пошла? Катя, ты чего? Злишься, что ли? Опачки! О, блядь! Вот смотри, а если бы ты была слепой, как бы ты попросила попить? Хорошо. А поесть? А по телефону позвонить? Подожди, я же не глухая, не немая. Нет. Я слепая. Да. Алло, Миша, хватит задавать тупые вопросы. Как же, Катя, тебе долго доходило. Я помадой накрашу. Себя накрасить. Да, да, привет, любимая. Да, я сегодня вечером ничего не делаю. Да, можно с тобой встретиться без проблем. Сегодня во сколько? Давай часов 8, хорошо? Ну все, давай, пока, любимая. Целую тебя. Какие 8 часов? В смысле? Что за любимая? Покажи, кому ты звонил. Обычная моя любимая. Какая любимая у тебя еще есть? Я любимая. У меня еще есть одна любимая. Еще одна? Да. Ясно все. Ладно, Катя. Кать. Отстань, Миша. Катя, это моя мама. Угу, конечно. Покажи. Брат, с ней все нормально? Может быть, мне как-то уйти? Даже не знаю. Ладно, я понял, я ухожу, у меня дела, короче. Давай мы с тобой еще встретимся. До связи, брат. Немножко закупилась. Ничего себе. Красивенькая, значит, будешь сегодня вечером? Да. Mm-hmm. Спасибо, кстати, держи. В смысле? Это же моя карточка. Ну да, но мои просто деньги закончились, я с твоей карты взяла. А, и тебе же нравится? Ну, мне нравится, но это с моей карты. И что? Ну, в смысле, ты без разрешения купила себе одежду, получается? Ну, да. Знаешь, Кать, мои деньги вот на моей карточке, вот на моей, это мои деньги. А на твоей карточке это твои деньги. Mm-mm. Почему нет? Мои деньги это мои, а твои деньги это наши деньги. Да? Да. Как всегда. А, поехали.